Итак, мои дорогие друзья, мы выходим еще один бой, так как первый быстро закончился. Ну, вы знали, ребята, этого следовало ожидать, так как король смертельных апперкотчиков. Ага, хорошо. Король смертельных апперкотчиков, он всегда может сделать так. Ага, угу. Может легко сделать смертельные перкочки. В общем. Ага. Так, ну погнали. Погнали. Угу. Ух, крупный парень. Тише, тише, тише. Артурчик, будь аккуратней. Будь. Толкнем его. Хорошо, зашла, зашла. Уже сечка. Но я не думаю, что это очень опасно. Ну посмотрим. О, чуть не залетело. Прям залетело бы, сейчас было бы страшнейшее. Без головы остались. Тише, тише, тише. Артурчик, выживай. Выживай, мой дорогушечный. Да, да, да. Опасно. Хорошо, зашло. Тише. Не даем ему. Не даем, не даем. Друг мой, хорошо, да. Смотри, как он опасно. Мой Артурчик даже ничего не может сделать, представляешь? Не даем, не даем, не даем, не даем завалить нас. Так, ладно, свободную стойку. Хорош, хорош. Не достал. Отлично, отлично. Апперкотчик. Слишком далеко апперкотчик. Блин, я уже без блока, представляешь? Толкаем, толкаем. Нельзя. Толкаем. Опасно, опасно, опасно. Не дал перкочком. Бесполезно. Да, Артурочка отлетел просто-напросто. Обои глаза уже разбиты. У Артура очень прям лицо такое прям попадающееся под хорошее. У него прям нежная кожа, очень легко лопается. Но это опять же не так опасно, как хотел. Это, вернее. Хорош, хорош. Вот это по-настоящему страшно. Погнали. Хотел написать, ну ладно, погнали. Ах, не достает. Не, Артурчик. Опасненько, опасненько. Я даже не успеваю, молодец. Очень быстрый. Очень. Угу. Угу. Слишком без стамин, нельзя долго драться. А,
А, пробил селезеночку, все-таки пробил. Молодец, хорош, хорош. Страшнейший. Страшнейший пробил. Даже Артурчик ничего не смог сделать. Просто ничего не смог сделать. Ну погнали, погнали. Восстанавливаем голову немножечко. Опасно, опасно. У Артура есть преимущество. У него сейчас, после того, как он упал, у него есть перк. Хороший перк. После которого, ну все, он уже кончился. Как только Артурчик падает, у него перк есть на то, что 30 секунд он очень опасен. После того, как он отдохнул. Йо, сколько на пропускал. Подлетел прям под моего. Страшнейший. Под оперкотчик не подлетел. Толкаем. 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 Ты смотри, что творит. Просто забил до смерти. Просто забил. Просто наистрашнейший. Хорош. Нет, Артурочка мой тут бессилен. Просто бессилен. Ну надо что-то придумать. О, мы еще в Грохе. Все, восстанавливаемся. Да. Попытался пробить, но не смог. Не смог. Ой-ой-ой-ой, там гематома, там все по-страшному, короче. Просто по-настоящему опасно. Что там случилось? А, все, да. Очень опасно. Очень опасно. Заплыл парнишка. Артурочку. Артурочку не повезло просто-напросто. Ну ничего, погнали, погнали. Погнали. Хорош. Тише, тише, головы нет. По воздуху. Застрял немножечко. Не, у меня руки крутковаты, не могу достать. Отлично, отлично. По селезёночке. Ты представляешь, как он быстро, молодец. Я не успеваю даже. Я не успеваю. Это просто страшнейшее. Когда ты не успеваешь, это просто... Ты просто... Просто в таком страхе находишься. Просто страшнейшим. Ага, перкочек. Надо смертельная перкочек, иначе все. Вот тут Джимми, Джимми опасен. Опаснейший. О, все. Ну он так и так меня обрабатывал хорошенько. Артурчик просто заплыл, просто страшнейший заплыл. Сила не годится больше. Да, ну ты молодец, дружище.
Хорошенько раз. Ha 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 ha.